Здравствуй, мама. Я тебя поздравляю с 8 марта. И желаю тебе такого здоровья, чтобы ты приехала к нам сюда на солнечный, в свой родной дом, и мы вместе с тобой поиграли в снежки. Ну как мы будем играть, бабушка Рая, в снежки? Как мы будем играть в снежки? О, попал. Ой, попал. А мы спрячемся за деревом. Вау. Ой.